Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, вы находитесь на канале МД Регион. И что хочу сказать, хотите эксклюзивов, подписывайтесь на МД Регион, потому что где вы еще сможете увидеть новинку от фирмы Quest, Quest Q60, прибор амфибия, можно погружать его на глубину до 5 метров, работает прибор на трех частотах, 5 кГц, 14 кГц и 21 кГц, комплектуется новой катушкой 13 на 9 дюймов, вес имеет всего 1,3 кг, в сложном состоянии занимает размер 80 см, в разложенном состоянии 130 сантиметров. Что идет в комплекте, помимо самого металлоискателя и катушки? Помимо этого, вы получаете подводные наушники от фирмы Quest, с которыми можете нырять. И помимо этого, получаете еще беспроводные наушники Wirefree Pro от компании Quest. Давайте я вам расскажу про интерфейс и органы управления. Как вы могли заметить, блок очень похож на предшествующие модели X5 и X10, имеется противоударный бампер, но в данном приборе 3 рабочие частоты и 5 программ. В каждой программе будет еще дополнительно 2 слота, то есть как в MineLab и Quinyx. Первый режим Park подойдет для сильно замусоренных мест, и так как у нас прототип, вы можете заметить, что здесь пока просто программа, не разделена она на слоты. Переключаем режим. Следующий у нас режим поля, это такой универсальный режим. Дальше. Режим пляж и первый слот мы видим, он подойдет для поиска на мокром или сухом соленом песке. Если переключиться на второй слот, пляж 2 по заявлению производителя отлично подходит для поиска под водой. Дальше у нас режим поиск золота, 2 слота и последний режим поиск кладов. По заявлению производителя будет самая большая глубина обнаружения в данном режиме. Дальше. Шкала сегментов дискриминации. Всего сегментов дискриминации, так же как и в предыдущих моделях, 99. Слева вверху мы видим индикатор заряда батареи, громкость. Если мы будем снижать громкость, мы перейдем в режим вибрации. Да, в данном приборе есть вибрация. Это очень полезно для поиска под водой, для того, чтобы не смотреть на дисплей. Не знаю, будет вам слышно или нет. Вибрация довольно сильная. Режим Pinpoint. Как вы можете обратить внимание, появляется режим не по центру. Дело в том, что по центру у вас будет значок Quest. У Quest есть своя программа, которая называется Quest Go. Будет такая возможность подключить данный металлоискатель к вашему смартфону. Если мы зажмем просто на эту клавишу, это режим баланса грунта. Баланс грунта у нас настраивается как автоматически, так и вручную. И, соответственно, каждый режим вы можете дополнительно настроить под себя. Для того, чтобы это сделать, зажимаем центральную клавишу, переходим в режим настроек. Первая настройка у нас это дискриминация. То есть можно либо добавить, либо отсечь ненужные вам сегменты. Тональность. Нам доступна 4 тона, 3 тона, 2 тона и режим pitch. Следующая настройка – это FISEN, это чувствительность железа. Имеется 5 уровней. И последняя настройка – это настройка частоты. Сейчас у нас 5 кГц, это отображается также и здесь на иконке. 21 кГц, 14 кГц. Все внизу дополнительно дублируется. Давайте переключим режим. Посмотрим настройки в режиме поля, дискриминация, тональность. В режиме поля вы уже можете произвести настройку сдвиг тона, то есть определить, где у вас будет заканчиваться низкий тон, где будет начинаться средний и где будет начинаться высокий тон. То есть мы видим низкий, средний, высокий, и мы можем это отрегулировать и настроить под себя. Дальше опять же FISEN и настройка частоты. Следующий режим. В режиме пляж дополнительные настройки. Это дискриминация, также сдвиг тона, FISEN, частота. Здесь настройки не меняются. В режиме золота пороговый тон. Как мы видим, нет выбора режима тона. Отклик у нас будет режим pitch и выбор частоты. Доступны вам все так же 3 частоты, 5, 14 и 21 кГц.
в режиме Gold 2 у нас появляется дополнительная настройка. Сейчас мы уберем паровой тон. Сдвиг тона. То есть вы можете уже отрегулировать. И выбор частоты. Deep, режим глубокий, то есть поиск кладов. Настройки дискриминация, сдвиг тона, фисен и настройка частоты. Помимо этого, справа на панели у нас имеется кнопка подключения беспроводных наушников и подсветка дисплея. Два режима есть, тусклый и яркий. Весь блок металлоискателя, как вы можете обратить внимание, он прирезиненный, рукоятка очень приятно лежит в руке. На задней панели металлоискателя мы можем видеть магнитную зарядку. В комплекте у нас теперь будет идти магнитная зарядка и также разъем под наушники. Разъем 3,5 мм, имеется резьба для подключения подводных наушников. Давайте, кстати, рассмотрим их чуть поподробнее. Наушники по ощущениям, кстати, очень-очень приятные. Выполнены на таких вот интересных шарнирах. На голове сидят очень-очень плотно и очень хорошо изолирует звук. Дальше. Шнур у нас, как мы видим, витой. В свободном состоянии где-то 1,70 м, 1,80 м. Внутренняя часть наушников. То есть мы видим вот такие вот приятные брошюры, которые плотно прилегают к ушам. Здесь есть дополнительная резиновая утяжка для того, чтобы наушники более плотно сидели на вашей голове. Ну и форма такая интересная. На наушниках Wirefree Pro мы подробно останавливаться не будем, на них я уже снимал обзор. Кому интересно, переходите по ссылке в описании, посмотрите. Давайте лучше сделаем вывод, а в итоге мы получаем очень интересный прибор от фирмы Quest. Напомню, у меня модель Q60, планируется еще две модели Q50 и Q30. По предварительным данным отличаться они будут, естественно, количеством настроек и комплектаций. Данная модель амфибия, погружать можно до 5 метров под воду, работает на трех частотах 5, 14 и 21 кГц, имеет очень и очень приятный и эргономичный дизайн. В комплекте вы получаете качественные беспроводные и проводные подводные наушники. Помимо этого, новая катушка большая, 13 на 9 дюймов. Самая любимая цена. По очень предварительным, очень и очень предварительным данным, данный прибор будет стоить где-то до 40 тысяч рублей. У меня на этом сегодня все. Спасибо большое, что смотрелись. И обязательно подпишитесь на канал МД Регион, потому что только здесь вас будут ждать эксклюзивы и новинки. Всем пока!